Настин Блог. Всем привет, меня зовут Настя Каменских, и вы смотрите мой видеоблог. В прошлой серии я показала, как приехала к врачу и ждала своего вердикта. Собственно, в этой серии вы уже сможете увидеть, как меня везут на операцию и как я переживаю анестезию. Дорогие друзья, ну что, прошли эти 3 дня, когда мне врач сказал, что у тебя будет в скорое время операция. И вот этот день настал. Сегодня понедельник, 3 часа дня. И я еду вытаскивать, как он называется? Да нет, он не шуруп, винтик. Еду вытаскивать винтик. Значит, он 2,8 миллиметра, он очень тоненький. Мне сделают с тыльной стороны ножки такой, той косточки на стопе, сделают маленький-маленький такой надрезочек, прям под манюсечки, и выкрутят этот винтик для того, чтобы я смогла ходить. Сначала я буду ходить со своими друзьями-костылями, ну, то есть ступать на ногу и ходить с ними. Но мне дали неделю, потому что нужно разрабатывать, чтобы уже спустя неделю я уже ходила сама, разрабатывала ее. Как раз мы едем в тур, вот там где-то я и разрабатываюсь. Еще классная новость, я думала, что на каблуке смогу становиться там чуть ли не через полгода, но оказывается, 3-4 недели я смогу не только остановиться на каблуку, но еще и бегать на пробежках. Так что это такое счастье. Сегодня просто невероятный день. Сегодня мне возвращают мою ногу. Как это ужасно звучит и очень странно, но это так и есть. Я безумно счастлива, и особенно осознавая, что я смогу скоро бегать, заниматься спортом. Господи, да просто ходить на свои ноги, на двух своих. Я просто, честно говоря, немножко переживаю, нервничаю, волнуюсь. И мне вот интересно, вот те люди, которые делают себе пластические операции, вот они решаются на это с осознанием того, что тебя сейчас будут там рубать, резать, и это будет потом заживать долго, ну то есть как это может происходить? Я просто думаю, что когда мне делали первую операцию, вот эту самую сложную, ну, когда мне собирали ногу по частям, почему я не боялась? Потому что в этот момент было очень много выработано адреналина, шок, ну, как бы и так далее. Мне было, в принципе, очень весело, я там смеялась, с докторами шутила. Сейчас что-то не так весело. Я же не знаю, что сказать. И тут так ужался. Вова, не стесняйся. Мы едем в операционную. Ну, нет, сначала в палату, а потом в операционную. Прям нельзя сказать, что это очень приятная процедура. Страшно немножко. Да. Да. Но прям не немножко, а страшно. Особенно вот эта белая палата, ну, операционная, когда тебя туда ввозят. Сейчас мне уколят вкусненький сон. Это правда очень вкусно. Ты себе выбираешь, что ты хочешь, чтобы тебе снилось. Просто осознание того, что с тобой там будут делать. Все будет хорошо. На самом деле, операция это не так страшно. И когда мне укололи анестезию, могу сказать, это даже было очень-очень вкусно. Такой вкусный сон. Ты можешь загадывать, точнее, что ты хочешь, чтобы тебе приснилось, и то тебе и приснится. Я лично ела мороженое, пока была под анестезией. Такое вы мне еще никогда не видели. Прооперировали меня. Боже, это так классно. Мне что-то вкололи такое прикольное, что мне сейчас до сих пор так хорошо, и так вкусненько, и так слабенько, и так... Ой, слабенько. И так хочется спать, но так быстренько все сделали, все успешно, так что я молодец, и я под кайфом. Ощущение, конечно, как голова, кажется, так вкусненько, приятненько. Самое главное, что вот эта еда, вот такая, посмотрите, ну, правда, я ем каждый день, но мне кажется, сейчас самая вкусная в мире едой вообще. Почему? Потому что я голодная с 11 утра. В общем, короче, сейчас я доем и поеду домой. И, кстати, в ноге стало намного легче, как будто 20 кг сбросила. Шуруп так этот мешал, он такой маленький, он такой был мешающий. Вы видите первые мои шаги.
И это так страшно. Я думаю, те, кто ломал стопу и вообще, в принципе, ногу, те меня поймут. 2 месяца она была у меня атрофирована, то есть она не работала. И сейчас переставить вес полностью на нее, я даже не знаю, как это сделать. Мне раньше казалось, что мне как только разрешают ступать на ногу, быстренько я побегу в костыли, в сторону. Учитывая мой характер, оказалось, это не так легко. И, честно, просто страшно становится на ножку. Врач сказал, мне 3 дня нужно ходить с 2 костылями. 3 дня уже один оставить костыль, ну, то есть только на вот эту ножку делать опору. Ну, и потом, собственно, пробовать ходить. Самое главное — убрать хромоту. Врач говорит, что в голове у тебя остается вот это ощущение, как будто ты хромаешь. Поэтому я буду тренироваться. Буду каждый день качественно делать шаги, вот, для того, чтобы, ну, впоследствии хорошо разработать ногу, ходить, становиться на каблуки, танцевать, жить, любить. В общем, короче, я просто счастлива, что пришел наконец-то момент, когда я могу вот так встать на обе ножки. С вами была Настя Каменских, и вы смотрите мой видеоблог. Подписывайтесь на все мои официальные странички. И смотрите в ближайших сериях, как я заново учусь ходить. Упала.